В спортивном комплексе «Бустан» состоялся товарищеский матч по баскетболу. В игре приняли участие команды профессорско-преподавательского состава и студентов Казанского федерального. Встреча превратилась в настоящий спортивный праздник с участием творческих коллективов университета и зрителями более 1000 человек. Студенты встречаются с более профессиональными сотрудниками, которые больше знают, мы больше видели, много поездили, тем более у нас играют чемпионы мира, такие как Александр Щербаков из ветеранов. Поэтому это создает особый эффект соревнований, понимаете? Студенты видят, борются, они с великими играют. Поэтому эти матчи играют большую роль, значение. Организация спортивных событий является доброй традицией для Казанского университета. В рамках объявленного в КФУ года Лобачевского реализуется цикл спортивных мероприятий. И товарищеская встреча по баскетболу стала уже вторым мероприятием из этой серии. Недавно команды преподавателей и студентов сыграли в волейбол. И действительно, в спорте рождается дружба. Когда вы так соревнуетесь между собой, по-дружески, выигрывают и преподаватели, и студенты. Ну и потом все-таки от этих праздников растет популярность вот таких мероприятий. А чем больше людей занимается спортом, тем больше здоровья. Вот это главное. С самого начала с уверенным отрывом игру вели студенты. Один за другим в кольцо соперника отправлялся мяч то от одного, то от другого студента Института геологии и нефтегазовых технологий. Но первый тайм закончился со счетом 24-33 в пользу преподавателей. Вообще, конечно, вот эта прекрасная традиция. Ну, я даже не, у меня просто переполняет эмоции. Я потому что только что с лавки. Вот, я тоже принимаю участие, давно занимаюсь баскетболом. Ну и... Наверное, то, что столько на трибунах зрителей, говорит о том, что этот праздник, он действительно нужен. Потому что обычно студенты видят своих преподавателей около, за кафедрой, во время лабораторий, а тут они вдруг видят нас в спортивной форме, да мы еще и прекрасно играем. Преподаватели весь тайм вели с уверенным отрывом 10 очков и в конечном счете выиграли студентов. Профессионализм в связке с многолетней приверженностью спорту взяли верх над юношеской ловкостью. Анастасия Иванова, Ильшат Хусаенов, Универньюз.